И они приняли. А мы вышли. Я так понял, что вы с Russian Pro хотите сыграть. Так я пригласил. Крайне доступно сейчас будет. О, Бенет. Нашло, ребят. Нашло. Кто там говорил? А скрины делали в прошлом матче? У меня за это Наташа отвечает. Фотограф. Эксклюзив. В прошлом матче была ничья. Взято лишь одно очко. Пасик. Сегодня неплохо было бы взять три. Вышел у нас спор с нашими соседями, то ли из Норвегии, по языку не поймешь. Очень много гласных букв, а больше ничего. Так вот, спор вышел по какому поводу? Много ли сегодня в матче будет угловых ударов? Мы считали, что много. Такие упрямые вот сидят и нам сейчас машут. Я Юрий хотел вообще. Вот, мы были правы. Я Тоби хотел. Понял. Обменялись. Да как ты так ударил? Я нормально ударил, ногу вставил. Он даже не рикошет, там просто. Он бросился под ноги. Мяч прокатился по ноге. Меня рыжий закрыл. Виво. Достаточно жесткая борьба идет. Ранее. Ой-ой-ой. Ох, хорошо здесь. Херасия, это его. Черт в дверь. Вынес, да? Что? Не смог точно пробить головой. Голова-то рабочая, но вот ее нужно прикладывать в правильное направление. Перехват, награда за его старание. Да что за? Назад. Центр. Фу. На вниз. Ведь они впятером сзади стоят. У них что, блять, от защиты не отходит? Он в центре поля стоит. А? Да вот он в центре поля стоит. Да я смотрел просто, как они атаковали. Он стоял на уровне защиты пятером. Встречать его уже поздновато, потому что сейчас будет удар. Вы не бросайте, вы закрывайте просто. Там я все мимо бежу. Точный навес. Что придумает нападающий? Придурок! После таких моментов обычно нам залетает. Вот урод, блядь. Помнишь, в официалке с левой стороны, вот тут внизу? А такое? Это не официалка? В смысле? Ты говоришь в официалке, а ну, это не официалка. Причем тут это? Я тебе говорю за то, что тогда было. Хорош. Заебись. О, хорош ты. Нормально, друг друга кастрюльнули, Юрка нарушил. Расхуярил их двоих сразу. Раскипал в разные стороны. Блядь. Быстрее, блин. Пока он принял. А зачем ты ждешь только приемов? Сейчас нажмет, какая худастый. Блять, я открытый стою. Какой он там, какая худаст? Какая худаст после того, как меня уже закроют? Он подождал, пока он повернется в нужную сторону, тогда только дал. Хороший шанс до удара. Дистанция не имеет значения, потому что позиция требует удара поворота. На фланг? Или что странно? Не, на фланге, ну тебе надо было вперед пройти и пробить.
Не то я хотел. Ну точнее не то он сделал. Ой. Как? Спокойно, да, подкат. Вах. Конечно, блядь. Ой. Я думаю, не выскочит. Да что ты будешь ничего делать? Ничего не было, блядь. Он сейчас главный. Спокойно, спокойно. Ну не надо было. Зачем? Да, блядь, дайте хоть мяч пощупать. Вот простой ноги пас. Надо было мне это. Ты сегодня что, прикол, что ли? Я не понимаю только. Прикол, то что во фланг тяжело дальше от туда. Подожди, подожди. Блядь. Вот. Такая же хуйня. Вынос. Хорошее видение и понимание игры демонстрирует футболист, мяч перехвачен. Я не знаю, ну что тут. Блять, еще и автобус стоит. Че у нас тут ботинки не скрывают? Потеря позиции, бот. Посмотришь на повторе. Одного крыл, потом к другому побежал. Нормально. Я нарушил. Все, давайте. Крык бредует. С ними вечная игра бредовая, блядь, вот лаги, блядь, какие-то. Коннект галимый, блядь. А он все время один прикажет. Тут вечно, блядь. Альфа. Все уже, все уже, все уже, сам смотри. А мог бы мне вот отдать, да, наверное. Там же, да. То и сам смотри, то мог отдать, не определите. Я уже начал подстраиваться. Сам смотри, я говорю, пока иди сам. Я просто смотрю, что дальше, если ты не откроешься, то... Бля, тут длинный дрыщ. Ой-ой-ой. Хотя бы не попал в шарик, а здесь вообще никуда не попал. Ни плечу, ни удар. Я поражен. Какой замах. Максим, ниже, ниже. Дальше. Что-то они так сузились в центр. Конечно! Вот в ногу именно. Ну не успел ты чуть-чуть, ну все. Мяч отобран в середине поля. Что значит не успел? Ну не успел ты, блядь. Там 100% пас продал. Ну, ну, я тебя успокаиваю, ты себя это как хочешь. Пасы говно, конечно, блядь. Альта, я, Тоба. Так я, блин, я там ни разу в первом тайме не получил мяч нормально. 2-7. Так это знаешь, блин, там 5 пасов было в борьбе, которые, понимаешь, которые выдирались. Там не было вообще ни разу ни одного нормально тактичного паса. Я, блядь, не могу, вот с ним не лагает, блядь, если задержка, блядь, кончена. Так, все. 45 минут у тебя для того, чтобы реализовать то, что задумалось.
Ну, а С3, блядь. Ну все, 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 тихо. Не надо сразу это паниковать. Надо было ёбнуть его, блядь, еще раз. А он остановился. Ага. Че это рушит? Его ошибка простил нас. А он бы не принял нормально. Ну. Я вот думаю, мне тоже надо было сходу пробить. Да что за хрень? Нормально. Хорошо. Вот тут нормально. Спасибо. Ой-ой-ой. Пиздец, вот это вот чёрт, блядь. Как-то с два на сани, блин, удали. Мне больше интересно, как он меня опрокинул, и нихуя не было. А-а-а. Тупо сзади подошел, блядь. Хорош. А вот тут тоже вообще как-то... А тут угловой. Тоже. Все как в порядке вещей. Надо не стоим, стоим, стоим. Никакой хорош. Сложности защиты этот навес не доставил. Руни! Хорош. Направо. С ноги направо на все. Забирает. Пробуй. Блять, нахуй я упал. Я же нахрена, еще... нахрена ты посмотрел? Под... подкат не делал. Так, не кинь, не кинь, не кинь, не кинь. Так, Альта, вниз опустись. Кто-то под скидку пробуй. Ну, блядь, ну держит же. Удар в створ, может быть, да, может быть, нет, но по сути это просто повод вратарь. Классно сыграл вратарь, главное вовремя. Под тобой буду. Игра все еще может склониться в любую сторону, но он на месте. И на пути мяча. Сука, вырвал. Чьяу, да? Головой. А вот. Он выскочил. Да, мелкий тут. Ой, маленький. Блять. Ой-ой-ой. Ой, этого не знаю. Никто меня не слышал никогда, что я говорил при угловых. Фланги опускаются. Что тут делаю? Хорош. Неожиданно было для них. Сказал любитель на этих ударах. Да. Низ. Угу. Блять, корявый. Есть! Кто там проскочил? А там чувак скинул свой. Я проскочил. Смотри, все, все. Назад отойдите, ребят. Давайте. Назад отойдите. Тут сразу. Юрка, встречаем тут сразу. Они сейчас вперед пробегут. Назад, Марк, с тобой. Ух ты. Хорош. О, нормально. Самое главное, что контри не было. Ладно, сейчас. Мерзь. По флангу там. Далеко. Обратная передача.
Ай-яй-яй. Радар вроде вправо ушел. Да, типа, что ты будешь делать? И по вертикали атакуманы бить и забивать. Хорош, Саша. Не, я сам, там документы. Да, я понимаю, что куда попал. Будут там вообще как ребенка. Хорош, и по флангу. Там я... Так что жесткая борьба идет за этот мяч. Сами, идите. Побей. Думаю, надо бить и забивать. Тоба. Я передержал. Надо было подать уже. Я знаю. Большим числом команда атакует. Блин. Скинуть. Мог скинуть, мог. Все, я ж извиняюсь. Нормально. Сели. А вот смогут ли хозяева воспользоваться этим шансом и перевернуть все с ног на голову, покажет только игра. Легко, да. Сразу вынос, хорош. Давай, Борис. Представьте себя на трибуне. Вы бы тоже свистели в этой ситуации, невзирая на счет. Как-то очень внешне легко. Как-то стены, еще мне штрафной не дали. В их сторону. Или как там правильно? Не скинь там. Так. Андрюха, ниже. Я ниже. Делаю... Ёб твою мать, он что, гонит, но... Фу, блядь. Чё, ты я даже не просил, что ли? Я наблюдал. Нет. Я просил, что я не попросил, просто всё. У нас. Там опасный был. Не сыграю. Под тобой будет. Вон, баба. Я подавал ему что-то. Уже. Со всех сил уже нету скорости. Ох, нет. Вверх. Правильно. Мяч назад, все. Ну вот. Влево. Так, назад все. План, это штанга. Штанга моя, уйди, игрок. О, вратарь пришел. Фух. Блядь, свистели над головой. А сапоги, я свистел. Саш, просто вперед. Ниже, опуститесь фланги, пожалуйста, не бегите. Не поднимайтесь, пусть. Есть. Отлично. Фух, вот этот матч выиграли. Фифа-сити. Хуй сосити. Ты дурбец, Алла, блядь, Максим. Нас. Это Юнайтед Сити вообще-то. Ой. Раз. А два, ты сейчас, блядь, сейчас опять на нас будут жигнать. Мы во втором тайме, кстати, выровняли игру. Все, ребят, пока. Боря, приходи на тренировки. Хоть за пару матчей. Все, ребята, пару. Это ты тоже, что ли? Я? Нет, я за Борю рожу. Давай, давай, Боря. Че, завтра у нас что? РЛПК с ними же. Да,